Всем здравствуйте! Пользователи интернета убеждены, что отсутствие Максима на дебютном концерте Нино Ниндзя не было случайностью. Якобы Виторгана не устраивает, что его супруга превращается во вторую Собчак. 30-летняя российско-грузинская актриса театра и кино Нино Ниндзя решила попробовать себя на большой эстраде. Накануне в рамках открытия 3-го международного фестиваля веб-сериалов в Нижнем Новгороде возлюбленная Максима Виторгана представила свою дебютную композицию. Текст и музыку для песни девушка написала самостоятельно. В сторис своего официального аккаунта в социальной сети Instagram Нино поделилась кадрами со своего дебютного выступления, которое, судя по всему, произвело настоящий фурор. Артистка вышла на сцену в блестящем малиновом платье. Она исполнила не только свою песню, но и несколько российских и иностранных хитов. Публика встретила Ниндзя очень тепло. Вот только среди тех, кто радовался успехам девушки, не было ее возлюбленного Максима Виторгана. Судя по микроблогу, экс-супруг Ксении Собчак решил не ехать в Нижний Новгород, а весело проводил время в столице. Более того, он никак не отреагировал на эстрадный дебют Ниндзя. Все его последние публикации посвящены чему угодно, но только не выступлению Нино. Таким образом, Виторган недвусмысленно дает понять, что его успехи Ниндзя не слишком интересуют. В интернете мгновенно поползли слухи о расставании звездной пары, которая до последнего момента демонстрировала идиллию. Многим кажется, что в последнее время грузинская актриса начинает все больше напоминать Ксению Собчак, о тяжелом расставании с которой у Виторгана остались не самые приятные воспоминания. Ведь в свое время Собчак тоже пробовала себя на большой эстраде, даже записав совместную композицию с Тимати «Потанцуй со мной». А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.